Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Превышение скорости остается основным нарушением среди российских водителей. В первой половине этого года, по данным ГИБДД, было выписано около 40 миллионов соответствующих штрафов, в основном за превышение от 20 до 40 км в час. Более 1 миллиона взысканий наложено за превышение от 40 до 60 км в час. Также в перечень наиболее применяемых взысканий входят штрафы за игнорирование требований дорожных знаков и разметки, непристегнутый ремень безопасности, проезд на красный и выезд за стоп-линию. Трасса 101. Тем, кто часто нарушает ПДД, надо запретить пользоваться каршерингом. Такое мнение высказал руководитель российской госавтоинспекции Михаил Черников. В первую очередь он упрекнул в хамском поведении за рулем арендованных машин молодых водителей. Все чаще и чаще они берут авто на прокат, и аварий с их участием становится больше, подчеркнул Черников. Трасса 101. «АвтоВАЗ» с наступлением июля поднял таки цены на свою продукцию. Четвертый раз за год. Больше всего на 9 тысяч рублей подорожала «Лада Веста». Стоит она сейчас минимум 654 тысячи рублей. До 636 тысяч. На 8 тысяч увеличился начальный ценник «Ларгус». X-Ray прибавил в цене 7 тысяч. Новая стартовая цена 642 тысячи рублей. Меньше всего на 5 тысяч подорожала «Народная Гранта». Теперь за нее нужно выложить минимум 471 тысячу рублей. Трасса 101. В начале следующего года Toyota планирует начать продажи в нашей стране спортивных версий седана Corolla и кроссовера CHR. Внешне они будут отличаться обвесом и особой окраской кузова, сиденьями с усиленной боковой поддержкой, фирменными эмблемами GR Sport. О прочих характеристиках, в том числе моторов, пока не сообщается. Сейчас цены на упомянутые модели начинаются почти что от 1 миллиона 300 тысяч и 1 миллиона 900 тысяч рублей соответственно. Трасса 101. Вы не по своей вине попали в аварию и в рамках ОСАГО направляетесь на ремонт в конкретную автомастерскую, однако там выясняется, что денег на качественное восстановление машины может не хватить. Дальнейшее развитие событий пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров. В данном случае ремонтная организация будет пытаться вписаться в эти деньги, но, как правило, устанавливают либо детали бэушные, либо детали неоригинальные. В случае, если они захотят или предложат вам установить оригинальные детали, тогда, как правило, они предлагают вам доплатить определенную сумму за эти оригинальные детали. Если вы не согласны с доплатой, то в данном случае можете разницу взыскать уже непосредственно с самого виновника. Как это все сделать, за разъяснениями можете обратиться в нашу организацию Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Орловская, 52, телефон 64-5004, сайт Кросс.ру. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.